Но я знаю путь лучше. Покруче. Это будет лучшее ощущение, которое было у вас в одежде. Хотя, это лучше делать без одежды. Без одежды? Вас ждет подъем. Мы готовы. И будет тесновато. Мы потеснимся. Значит, ты затащил нас сюда и теперь говоришь, что ты никакой Никит. Ну да, вообще-то я инженер. Но это мне больше нравится. Ой, это чудесно. Я всегда хотела стать супермоделью, но кажется, у меня ничего не выйдет. О, господи, а если они двинутся? Они тут миллионы лет. Никуда они не двинутся. Обязательно двинутся. Что? Все постоянно движется. Но, надеюсь, не сегодня. Отлично. Так. Запомните. Все будет хорошо. О, Боже! Господи, Аарон! Ты живой? Аарон! Аарон! Ты это слышишь? Ему хорошо. Да. Он чокнутый. Давайте! Прыгайте сюда! Доверьтесь мне! Довериться? Да я убью тебя, Аарон! Перестань, тебе же это нравится. Каньон назван в честь Блю Джона, парня, который был поваром у Буча Кэссиди. Ну, знаете фильм «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». А, клево. Банда «Дырка в стене». Да. Они прятались в этих каньонах, я полагаю. Загоняли сюда лошадей, диких лошадей, и они оказывались в ловушке в конце каньона. Так они ловили этих лошадей.